Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил завод имени Чапаева. Многопрофильное предприятие производит продукцию военного и гражданского назначения. Но в этот раз встреча с заводчанами прошла не в цехах и мастерских, а в торжественной обстановке. История этого предприятия началась еще в довоенное время. Тогда здесь производили боеприпасы для фронта. Сегодня здесь, кроме военной продукции, производят бытовую химию, резиновые изделия и даже игрушки. На предприятии 4 основных производства – пиротехническое, резинотехническое, механическое и пластмассовое. Завод развивается. Трудится здесь почти 3000 человек. Средняя зарплата по заводу – около 36 тысяч рублей. Мы отслеживаем уровень зарплаты в среднем по экономике Чувашской республики, по всем организациям коммерческой деятельности, социальной сферы. Если взять по заводу практически, он в 1,7 раза выше, чем средний по экономике. То есть, вот это очень важно. Продукция продается, есть на это спрос. И хотя за многие процессы отвечает автоматизированное оборудование, сокращать на производстве никого не собираются. Во многом своими достижениями за последние годы завод обязан исполнительному директору Александру Лившицу. Глава республики сегодня наградил его медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Свою карьеру он продолжит в другом городе в отрасли оборонной промышленности.